Здравствуйте, меня зовут Макаренко Виолетта, 10 лет, город Новочеркасск. Я хочу прочитать вам стихотворение Галины Загребиной на конкурс «Дети читают стихи». Это веселое новогоднее стихотворение. Я принцесса, значит, первая красавица, и никто не может быть меня милей. Ежедневно прогонять мне очень нравится за ворота всех влюбленных королей. Ни один не рассмешил меня, как велено, ни один не смог загадок разгадать. И напрасно царство надвое поделено, еще некому полцарства отдавать. На горошине не уснуть и не подумаю, от нее болят неделю все бока. А о принце я спрошу звезду мою, она знает, хоть и очень далека. У меня 500 нарядов неодеванных, и сундук наполнен златом, серебром. И из всех на свете дочек избалованных лучше всех я и приданным, и лицом. Так что принц мне нужен самый потрясающий, остроумный, невозможной красоты, пользу развлечений понимающий и умеющий завязывать банты. В Новый год, бывает, чудеса случаются, вот и я большого чуда очень жду. Пусть начнется и уж не кончается в самом новом, в самом радостном году.